Yes. Сейчас записывают уже. Thank you very much. Thank you. Так, друзья, купили карту только что. 32 ГБ. Стоит она у нас 44 евро, да? 44 евро. Это первая запись новой карты. Вот. Скажу, что стоит она недешево, но если сравнивать с другими местами. Но и недорого, потому что сейчас до этого были в Стокгольме. Там такая карта 32, она стоила минимум 60-70 евро. Я сейчас точно не помню, но минимум, да. Ну, около 80 на карте стоило, сейчас точно не помню. Вот, одним словом, почти два раза дешевле, чем в Стокгольме здесь. Но если брать Таиланд, когда предыдущую карту, 32 тоже ГБ, я брал в Таиланде. Так вот, в Таиланде она стоила в Паттайе 30 долларов, кажется, она стоила. То есть вообще дешево. 20 евро, можно сказать, примерно стоило. Вот такие вот цены. Так, находимся в городе Таллин. Это у нас Эстония. Вот сейчас должны мы встретиться с человеком. И потом, в принципе, поедем обратно. Поэтому покажу вам чуть-чуть город. Также покажу паром, как ходит, как приходит, сколько стоит. Одним словом, все как обычно. Движение продолжается. Смотрите обзор. Давай.